Жизнь научила, что нужно сочетать в себе крайности. Любить людей, но быть равнодушным. Творить добро и ждать зла. Надеяться на лучшее, но ожидать худшего. Верить в людей и никому не доверять. Быть оптимистом, но с реалистичными взглядами. Жить с открытым сердцем и никого в него не впускать. Часть тебя должна любить этот мир и восхищаться им. А другая же... ждать удара и быть готовой к войне.